Агент Масада, значит, да? Как вам эти новости в эфире? Так подожди, подожди, ты же Москаль решил, что я агент Масада. Там много несогласных, кстати. А в целом, Савик, как программа? Второй раз был у нас президент. Как у вас ощущения? Ну, я ведь не скрываю, что я симпатизирую этому президенту, потому что мне нравится молодое лицо во главе Украины и молодое поколение. Ты же сама знаешь, что я люблю всегда молодое поколение. А со стороны не знаю, но я могу сказать, что мне было приятно беседовать с президентом Украины. Я думаю, что он очень искренний человек. Он, может быть, чего-то не знает, но это вопрос другой. Может, ему дают такую информацию, которая должна ему нравиться. А вот это как бы вот. Вот тут надо быть немножко, как бы, я бы ему посоветовал, да, он молодой, именно поэтому быть поосторожнее, потому что очень много же полисов, да, которые приносят то, что ты бы хотел слышать. Но, в принципе, это человек, которому, ну, лично я хочу верить. А по второй части программы? Ну, мы же делали программу как бы наполовину... социально значимыми, то есть для людей. Мы же хотели, чтобы люди все же подумали перед тем, как идти в церковь в воскресенье. И поэтому я думаю, что у нас программа удалась. Я думаю, что у нас и представители церквей, и мэры больших городов, и президент страны в первую очередь. Я думаю, что мы сделали все, что можно, да, чтобы не было вспышки вот того пика, о котором говорили 2 недели назад, что, не дай бог, у нас там будет паноптикум какой-то. Ну, мы сделали все возможное, я думаю. Да. А в конце порезвились немножко.